Мать ребенка-диабетика, которая судится с Минздравом, вступилась за экс-сотрудницу ведомства. Женщина уверена, что из-за системных нарушений может пострадать невиновный человек. Обвиняемая Татьяна Ганенко работала в министерстве начальником организационно-фармацевтического отдела. По версии следствия, она проявила халатность при обеспечении медицинскими изделиями ребенка-диабетика. В Минздраве уже заявили, что не будут принимать участие в процессе. Понятно. Юристы Минздрава в ее судебной защите не участвуют. В отношении Татьяны Ганенко на период следственных действий и судебного разбирательства Министерством здравоохранения Челябинской области какие-либо служебные ограничения не применялись. Дело в отношении бывшей сотрудницы министерства возбудили после жалоб жительницы Еманжелинска. О ее борьбе за здоровье ребенка мы подробно рассказывали в наших эфирах. Наталья Краус несколько лет добивается бесплатных медицинских расходников для своего сына, у которого диабет первого типа. Но даже после постановления суда женщине каждый месяц приходилось выбивать тест системы, в чем теперь и обвиняют экс-чиновницу. Однако мать мальчика считает, что вину пытается повесить на рядового исполнителя. По данному делу обвинили невиновного человека. Я считаю, что она невиновная. Настоящие преступники находятся в данный момент на своих должностях и продолжают совершать преступления в отношении моего несовершенного летнего ребенка. Прошу вашей помощи. Наталья попросила вмешаться в ситуацию главу СК Александра Бастрыкина. К слову, второе дело, которое возбудили в отношении чиновников Минздрава за неисполнение судебного решения, до обвинительного заключения так и не дошло.